Добрый вечер, дорогие друзья! Казалось, только вчера мы попрощались в Лондоне, и вот мы уже смотрим прямую трансляцию конкурса «Наш Евро-2678» из Рейкьявика. Очень нелегким был путь Исландии к победе, только с 8-й попытки страна завоевала первое место. Но об истории Исландии мы поговорим немножко позже, ведь сегодня у нас полуфинал, в котором страны будут бороться за выход в большой финал. Но однако не все страны проходят стадию полуфинала. Существуют также страны большой пятерки, которые пока что имеют право быть автоматически в финале. Я говорю «пока что», потому что со следующего года, по словам организаторов, ситуация крайне меняется. Но пока они на коне. И это прошлогодний победитель, хозяйка конкурса Исландия, а также Германия, Испания, Великобритания, Франция и Россия. И вот уже приближается обратный отчет, поэтому я вынужден покинуть комментаторскую кабинку по очень важному делу. Представляете, не менее важному, чем комментирование нашего Евро. Вот так-то. Добрый вечер, дамы и господа, Рейкьявик на связи. Вы смотрите прямую трансляцию первого и единственного полуфинала нашего Евро. Прямо сейчас на экране вы видите номерочки и, собственно, страны, которые будут представлены сегодня. Об автофиналистах я расскажу немножечко позже, пока они не актуальны. А актуально то, что вы сможете повлиять на результаты этого полуфинала. Поэтому, пожалуйста, напрягитесь, я сделаю кое-что прямо сейчас. Я скажу, что полуфинал нашего Евро объявляется открытым! Aprontei demais, tô sabendo. Mas agora faz frio aqui. Me responda, tô sofrendo. Rompe amanhã da luz em fúria arder.
sofrendo. Что радишь, урадила сам. Удрый
Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. I will give my hand. It's my land. My land. Girl, will we ever Dutch girl sing together? Dutch girl, Belgian farmer girl from Amsterdam. Dutch girl, far you going? Dutch girl, far you roaming? Dutch girl, Belgian farmer girl from Amsterdam. Dum dum da da dum 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 da da dum dum dum. Вот и закончились выступления всех полуфиналистов, а пока немного о тех, кто уже в финале. Итак, прямо сейчас Германия, Великобритания, Россия, Испания, Франция и, конечно, Исландия на ваших экранах. Unzertrennlich irgend... Oh, Mäuse, Lupo, Spitzer, Star im
Вот и пришло время голосовать. Судьбу наших полуфиналистов решит профессиональное жюри и, конечно же, вы. Не ленитесь, голосуйте, вершите историю нашего Евро.